Треть жителей России самым опасным видом транспорта считают воздушный. Однако цифры статистики утверждают совсем иное. В автомобильных авариях за год в мире погибает до 30 тысяч человек, что в 10 раз больше, чем в авиакатастрофах. Причина высокой смертности на дорогах до банальности проста – несоблюдение элементарных правил дорожного движения. Только за январь этого года на территории обслуживания Славянской роты ДПС произошло 14 ДТП. О причинах аварий и их последствиях смотрите в следующем материале. Выпуска. Славянская рота ДПС обслуживает два района – Славянский и Красноармейский. Как показывает практика, несмотря на серьезные штрафы и лишения прав, водители по-прежнему садятся за руль нетрезвыми, тем самым ставя под угрозу не только свою жизнь, но и жизнь других участников дорожного движения. Так, за январь этого года на территории двух районов было выявлено 48 водителей в нетрезвом состоянии, 628 – нарушений скоростного режима. Несмотря на холодное время года, мотоциклисты по-прежнему остаются одними из главных виновников чрезвычайных происшествий. Помота, то есть вызывает обеспокоенность в Красноармейском районе, сейчас это в дальнейшем обсудим, ОСР ДПС Славянская и ГАИ Славянская, мото и пешеходы. То есть это хаотичное перебегание пешеходов, хаотичная, так сказать, езда мопедов, это на межрайонном уровне, так сказать, вызывает обеспокоенность, поэтому мы, значит, все силы брошены на, так сказать, устранение, на выявление, значит, административного правонарушения. Также, естественно, тотальная пропаганда идет. Мототранспорт не единственная проблема на дорогах. Также большой обеспокоенностью сотрудников ГИБДД вызывает неуменьшающееся количество ДТП с участием детей. Как признаются дорожные полицейские, во многом виноваты родители, которые пренебрегают наличием детских кресел в своих авто. В основной массе это, конечно, попадали в ДТП это дети, из-за чего и произошел рост дорожно-транспортных происшествий. Это и по детям это, опять же, неиспользование детских удерживающих устройств, различных приспособлений для перевозки детей различного возраста, и кресла, и всякие остальные устройства. Значит, период от января месяца, с 20 по 30 января, на территории района проводится операция «Безопасная улица». Уделяется внимание перевозке детей в ходе этой операции, нарушению правил проезда пешеходных переходов. Сел пьяным за руль, не пристегнулся, пересек сплошную, не соблюдал скоростной режим. Малейшее несоблюдение правил дорожного движения может привести к трагедии. За январь месяц было допущено 4 дорожно-транспортных происшествия на территории Славянского района, где один человек погиб и 5 человек ранены. К сожалению, все эти дорожно-транспортные происшествия произошли в Славянске на Кубани. На автодорогах дорожно-транспортных происшествий допущено не было. По Красноармейскому району было допущено 10 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых, к сожалению, 3 человека погибли, а 8 человек ранены. В населенном пункте произошло 3 дорожно-транспортных происшествия, 1 погиб, 2 раненых. И на автодорогах 7, где 2 человека погибли, 6 человек ранены. Сотрудники ГАИ еще раз обращаются к автолюбителям быть предельно внимательными на дорогах и соблюдать правила дорожного движения. Тина Копачевская, Георгий Калинин, программа «События».